Сейчас украинские войска забросали лепестками улицу Университетскую в Донецке. Перед нами подорвалась машина прямо посреди Университетской. Это район, это центр фактически города, район магазина «Изумруд». Дорога забросана лепестками. И сейчас вот у машин взрываются колеса. Вот такие вот мины, лепестки. Их очень тяжело заметить из машины, но в принципе их и на асфальте тяжело заметить в темноте, когда не знаешь, как они выглядят.